Критерии включения элемента оборудования в иерархию. Есть критерии создания единицы оборудования, да, то есть это отдельный инвентарный объект, либо технадзор, либо отдельный график ППР. Вопрос про именно элементы оборудования. Нужно ли включать корпус в насоса, в его иерархию? Да? Именно элементы оборудования, то есть, например, корпуса, роторы, валы, они являются элементами любого оборудования, да, вращающегося. Да, мелкие элементы. То есть у каждого оборудования есть корпус. Нужно ли включать корпус в состав насоса? Опять-таки наша это создать сначала библиотеку таких вот, как вы говорите, мелких элементов. То есть корпуса, да, подшипники, они есть у всего. Но включать ли его в иерархию конкретно насоса решается немножко по-другому. То есть сам классификатор мелких этих деталей нужен. Подшипники есть, качения. Скольжение, и у них разные дефекты, да, например. То есть вам с точки зрения там, развития вашей системы АСУ-ТАИР, по-любому нужно понимать, что такие объекты есть, что они разные, поэтому классификатор нужен. Но он как именно общий классификатор, как у проектировщика. Да? То есть они когда конструируют насосы, например, у них есть библиотека типовых элементов конструкции, так называемая. То есть любой справочник машиностроителя, он состоит из таких библиотек элементов. То есть он у вас должен быть однозначно. Но использовать ли его как справочник БДО АСУ-ТАИР, вопрос открытый. Я покажу, как это делается, но это достаточно кропотливая работа, но которая дает ответ на вопросы, там, связанные с надежностью. Да, например, выявление вот этих типовых элементов в конструкции можно, если вы только учитываете дефекты на них и из этого получаете аналитику.